Я сделала клыки, шрам и укус вампира. Даже тапки себе, видите, новые не покупаю. Видите, в каких тапках хожу? Я старая корга. Мама, золотая рыбка. Папа, старик. Ну что ж, друзья, всем привет. 2017 год наступил, 1 января. Сейчас сел, смонтировал влог, вы его наверняка уже увидели, и поймался на мысли, что, несмотря на то, что многим из вас покажется влог, может быть, скучным, но он самый клевый из всех влогов, который был на моем канале. Он, блин, он клевый получился, он классный, потому что я впервые за существование канала не думал, что говорить, что как смонтировать. Вы просто увидели все, как есть. Без прикрас, без монтажей особых, там, без всего. Поэтому однозначно теперь все будет именно так. И в первую очередь мы снимаем теперь влоги для семейного архива, для того, чтобы иметь возможность там через какое-то время зайти, посмотреть, вспомнить, как это было. Кому нравится, кому интересно, буду рад, если вы будете смотреть, если будете подписываться, рекомендовать своим друзьям. Надо даже инструкцию небольшую, кстати, записать, как сделать так, чтобы канал становился более популярным. Если хотите поддержать наше творчество, помочь вам в развитии нашего канала, ну, проще простого. После того, как посмотрели ролик, нажмите вот здесь вот внизу, есть такая кнопочка «Поделиться». Открывается окошко с иконками, куча социальных сетей. У каждого из вас есть аккаунт либо ВКонтакте, либо в Твиттере, либо в Жом-журнале, там, в Одноклассниках, в Фейсбуке. Просто нажмите кнопочку и все. То есть от вас большего не требуется. Если вам не трудно, я вам буду очень признателен. Вот такая вот простая инструкция, такое простое действие может помочь развиваться каналу. И, соответственно, даст нам некий стимул снимать больше, снимать интересней. И, ну, вообще будет нам очень приятно, потому что все-таки радует, когда канал смотрят, канал комментируют, канал немножко продвигают. Так что всем заранее спасибо. Ну и не забываем, естественно, подписываться, ставить лайки или дизлайки, написать комментарии. И, кстати, покажи, что с куклой ты там сделала. Я сделала клыки, шрам и укус вампира. То есть красивую Барби ты превратила в зомби, правильно я понимаю? Нет, вампира. Вампира? Кошмар, тебе нравится так вампиры, что ли? Да. Еще мне нравится мультик «Монстры на каникулах». Как ты себя чувствуешь? Я? Мама. Ты же только что сказала, что тебя зарубают. Ну, зарубают, это не означает, что я плохо себя чувствую. Это означает просто, что я спать хочу. А ты, Зелебаба, что там говорила? Что-то купить хочешь? Очень хочу средний, полимерную глину, летучую мышь за 60 рублей. И очень хочу монстров из глубин. Ну, есть вариант, например, очень хороший. Ты можешь купить полимерную глину одного монстра из глубин и... А что за летучая мышь? Я сама думаю. Летучая мышь, которую вы говорили, не хватит. А. 600 вольт. Да, 600 рублей. Ну тогда ты можешь купить полимерную глину плюс одного монстра из глубин. А сколько полимерная глина? Не знаю, но я хватит. Сама. Либо кинетический песок, из него тоже можно лепить клево. Но он не застывает. Ну, это да. Зато из него можно разрушить заново что-то слепить, разрушить что-то заново слепить. Поскольку на Новый год принято строить какие-то планы, мы тоже решили, ну, чисто для себя, не для вас, естественно, построить планы на 2017 год, что мы хотим добиться. Значит, что я хочу добиться? Я хочу добиться минимум 100 тысяч подписчиков на канал, минимум. Второе, я хочу в этом году купить автомобиль, хороший автомобиль, стоимостью ну, не ниже 10 тысяч долларов. И третье, я хочу, чтобы следующий Новый год, следующий новогодний
праздник. Мы встречали где-нибудь на каком-нибудь теплом курорте, там Таиланд, Мальдивы, Вьетнам, ну где-нибудь вот там, чтобы следующий новогодний ролик был влог с каких-то теплых стран. Вот таких три цели у меня на этот год. Посмотрим, получится ли добиться или нет. Беларусь, любимая страна. А дальше не буду. Покажи для особо одаренных, что тебе папа с мамой подарили. Это там уже отмороженные пишут в комментариях. Телефон. А Дед Мороз тебе что подарил? Барби. Вампиршу. Ну что, что ты, пошли? Мы найдем генетический песок. Я буду очень рада. Мы будем летать и слать. Это будет праздник для меня и для всех на свете. Ты вряд ли его сейчас найдешь. Сейчас все отдыхают. Новый год. Ням-ням. Ну, проверить стоит. Ням-ням. Везение у меня должно быть. У меня же везенная штучка эта. Бик-бик. Кто-то, блин, побуянил на Новый год в лифте, сволочи. Блин, разбили зеркало. Что за люди такие? А потом скажу, что Путин все виноват. Здесь кусок. Дальше. Вот он. Разноцветный? Да. Ой, дайте мне кое-что. Все, доволен? Покажи, что нашла. Мама не тоже что-то хочет? Да, я хочу себе. Маску? Для физиономии? Да. Ну-ка покажи наш обед, который мы ходили, как готовить не хочется. Чем будем кушать? Борщ, ролтон. Подожди. Борщик. Ролтон. И белорусский творожок. Вы можете смеяться. Одно из моих, наверное, любимых блюд — это вот эти вот макароны быстрого приготовления, ролтон. И пельмени обожаю. Ксюха, кстати, тоже от этих макарон тащится. Да, не нравится тебе, нет? Да. Во. Короче, такие мы язвенькие. Хотя там ничего вредного, в принципе, в них вообще нет. Обычная мука, да и все. Да, ребятушки, экономим в этом году на все. Надо заработать кучу денег, кучу сэкономить и, наконец, добраться до Крыма, воплотить кучу своих задач. В конце концов, не в Беларуси теперь живем. Даже тапки себе, видите, новые не покупаю. Видите, в каких тапках хожу? Вообще позорище. А кушаем мы доширак. 1 января. Ну, под конец сегодняшнего влога еще раз напоминаю, что влоги теперь будут выходить не знаю сколько раз в неделю, не знаю с какой периодичностью, вообще ничего не знаю. То есть под настроение, под желание будем снимать в первую очередь для себя, для того, чтобы была какая-то хронологическая история, как у нас все происходит. Еще раз напоминаю, на данный момент все вот так, как вы видели. Будем стремиться к лучшему, будем строить как-то свою жизнь, будем добиваться успеха. А что у нас из этого выйдет? Ну, те, кто будут следить, те узнают. Но мы узнаем точно. Ждите влогов, не пишите плохие отстои. Отстои не канают.